Котельной в Кубинке 56 лет. До 2019 года она находилась в собственности Министерства обороны. Потом объект в не самом лучшем состоянии передали муниципалитету. Когда заходили, здесь работало полтора котла, один на 80%, один процентов на 40%. Была частично сделана в 2014 году реконструкция шкафов управления. Вот старые. Котельную отремонтировали. В текущем отопительном сезоне и в аномальные холода сбоев в работе не зафиксировано. На объекте функционируют 4 котла, 2 находятся в резерве. Есть рабочие котлы, есть резервные котлы в запасе, оборудование также насосное. Есть основное, которое в работе, есть оборудование и насосы в запасе. То есть в случае каких-то сбоев... Даже в работе действующего оборудования всегда есть запас, который можно переключить без потерь тепла у населения и у абонентов. Котельная обеспечивает теплом военный городок Кубинка-1, танковый институт, музей парка «Патриот» и социальные объекты. В этом году в планах ремонт теплотрассы в рамках федеральной программы. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».